Быков Анатолий Иванович родился в 1926 году в России в селе Смирново Горьковской области. В декабре 43 года был призван в 152-ю стрелковую Днепропетровскую краснознаменную ордена Суворова дивизию. Службу проходил в должности механика-водителя самоходной установки. Участие в боях принимал в составе 3-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина. Анатолий Быков награжден орденом Красной Звезды. Выписка из приказа. 15 марта 1945 года Анатолий Быков, несмотря на ожесточенный огонь противника, умело маневрируя на поле боя, первым ворвался в населенный пункт Ланг, дав возможность расчету вести огонь по противнику. Расчет товарища Быкова в этом бою разбил 5 пулеметных точек и до 30 гитлеровцев. Противник, засевший в сарае, вел сильный пулеметный огонь, не давая расчету возможности стрелять. Быков зашел с фланга с сарая и дал возможность расчету вести огонь. В этом бою расчет механика Быкова в упор расстрелял до 15 гитлеровцев. Младший сержант Анатолий Быков также награжден орденом славы 3-й степени за то, что 25 апреля 1945 года в бою за город Миттельвальдс на самоходке подъехал на близкое расстояние к дому, в котором находилось большое скопление немцев, и в упор расстрелял агрессоров. В этом бою был ранен наводчик и заряжающий. Противник обстрелял самоходку с Фау-2. Быков проявил мужество и отвагу, умело сманеврировав, выехал без повреждений из обстрела, тем самым спас жизни двух воинов, которые уничтожили до 15 гитлеровцев.